Приветствую всех на канале Банковский. В нашем сегодняшнем обзоре своеобразный такой кредит под залог недвижимости от ОТП банка, который рассчитан специально для жителей Москвы и Московской области. Всем остальным гражданам России банк предлагает другие кредитные продукты, а именно этот для вот такой категории клиентов. Значит, сумма кредита может доходить до 10 миллионов рублей, то есть банк вот в качестве рекламы это предлагает на рекламной странице. Значит, ставка от 9,5% годовых, срок до 10 лет и решение за 3 минуты. Ну, скорее всего, там это предварительное решение, то есть окончательное решение только после проверки предмета залога. Условия, какие здесь предлагаются, ну, в общем-то, мы их уже перечислили. Единственное, что здесь стоит сказать, что минимальная сумма 1 000 000, срок кредита начинается от 1 года, ну, и в залог передается объект недвижимости, тут не уточняется какой, дальше мы посмотрим, что это за объект. Значит, кредитный калькулятор не смотрите, это от другого кредита, анкета вот здесь, форма. То есть после того, как изучите кредит, если он вам понравится, можете подать заявку в электронном виде. Но пока что, конечно, это нам не актуально. Посмотрим требования. Это требования к заемщику. То есть не к объекту недвижимости, а к заемщику. Значит, возраст 21 год минимальный на момент подачи заявки, до 69 лет включительно. То есть, значит, 21 год – это на момент подачи заявки, то есть, когда вы только обращаетесь за кредитом. А 69 лет – это на момент заключения договора, то есть, когда уже непосредственно подписание документов идет. Не как в других банках, то есть, допустим, максимальный возраст на момент полного исполнения договора расчетного, да, а здесь более такие щадящие условия, потому что в 69 лет можно только заключить договор, а если он на 10 лет, например, рассчитан, то в 79 лет получится полное исполнение обязательства, расчетное, да, без, значит, досрочного погашения. Гражданство, постоянная регистрация на территории в любом регионе присутствия банка и фактическое проживание в городе Москве или Московской области. Ну вот, кстати, не совсем понятно, почему банк не дает возможность взять кредит владельцам недвижимости в Москве. Ну и пусть он проживает, например, в Санкт-Петербурге, да, но если у него есть квартира в Москве, почему ее в залог не передать? Ну, как бы это уже тут такой тонкий момент. Дальше. Постоянное место работы. Стаж на последнем месте не менее 3 месяцев. Ну, это как бы стандартная. Сумма минимального дохода до налогообложения не менее 70 тысяч рублей. То есть с налогами там получится еще больше. Поэтому смотрите там, берите справку заранее и, соответственно, высчитывайте. Документы какие потребуются? Документов внушительный пакет, потому что все-таки речь идет о, значит, кредите с залогом, тем более в залог передается объект недвижимости, поэтому тут все несколько серьезнее. Значит, паспорт, ИНН при наличии и СНИЛС. Это такой как бы основа для предварительной заявки. Дальше. Документ, подтверждающий доход, то есть тут на выбор идет справка 2 НДФЛ за последние 3 месяца, справка о доходах по форме банка, извещение о состоянии индивидуального лицевого счета и т.д. То есть выбирайте один из этих документов и, соответственно, обращайтесь. Ну и отдельно там нужны будут документы на предмет залога, но это уже отдельно, по всей видимости, банк тут в список основных документов он не включил, хотя они должны быть обязательно. Значит, какие требования к предмету залога и пакеты документов по предмету залога? Значит, в качестве предмета залога принимаются квартиры в многоквартирных домах, расположенных либо в Москве в радиусе не более 50 км от МКАД,
и в Московской области в радиусе не более, опять же, 50 км от МКАД. Это первый момент. То есть, понятно, что недвижимость будет дорогостоящая весьма. Дальше. Предмет залога находится в единоличной собственности заемщика. То есть, не должно быть, что, допустим, совместная собственность супругов, либо там еще как-то там долевая какая-то там. Никаких долей, ничего подобного. То есть, только единоличная собственность заемщика. Значит, неправильно, объект залога не должен находиться в аварийном состоянии, не состоять на учете по постановке на капитальный ремонт, реконструкцию, снос, не должен быть включен в федеральную программу реновации и тому подобное. Значит, в отношении залога не должны быть заключены договоры, в том числе предварительные, направленные на отчуждение третьим лицам. То есть ни дарение, ни залог, ничего. То есть объект должен быть полностью, предмет залога должен быть чистым. Значит, стоимость по результатам независимой оценки 5,5 миллионов рублей. Ну, это от этой суммы, соответственно, может быть дороже. Адрес объекта совпадает с фактическим адресом проживания заемщика. Вот это мне непонятно. То есть, я еще раз говорю, может, допустим, заемщик жить в Питере, а квартира находиться в Москве абсолютно чистая. То есть, ну, может быть, там квартиранты проживают. Но никакой разницы как бы нет здесь. Не понимаю, почему так банк, видимо, упрощает себе задачу. И документы, значит. Документы тут очень внушительный список, я зачитывать не буду. Тут практически, да не практически, а все, наверное, что есть. И еще дополнительно надо будет собирать. То есть 11 наименований, смотрите внимательно. То есть каждый из этих документов должен быть предоставлен. Причем предоставлен в оригинале для предъявления. Ну и копия остается в деле, соответственно. В общем-то, какой можно... Ну тут еще вот, кстати, можно оформить сразу же кредит. Тут кнопка нажимаете. И, соответственно, вас перебрасывается на конец страницы на заявку, которую мы уже коротко рассмотрели. Тут, кстати, предварительная заявка, она не требует каких-то серьезных там данных. То есть сначала заполняете самое элементарное, но потом уже на последующих страницах там будет уточнение. Там, ну, не так много потребуется информации предварительно. То есть дальше уже менеджер запросит какие-то дополнительные сведения и документы по необходимости. Значит, что я, какую могу оценку дать со своей стороны? Ну, в принципе, предложение не самое лучшее, надо отметить. ОТП банк здесь, конечно, предъявляет несколько завышенные требования местами. Ну, ставка нормальная, в принципе, срок мог быть и больше, то есть есть банки, да их и немало, которые предлагают до 20 лет растянуть такого рода кредит, поэтому как бы, да и суммы есть побольше, есть банки, которые предлагают до 50 миллионов, поэтому, в принципе, как вариант для рассмотрения возможно, но как бы сказать, что это лучшее предложение на рынке на сегодня, конечно же, нельзя. В описании к данному ролику вы найдете ссылки на лучшие кредитные продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и удачи вам!